The Solus Project – научно-фантастическая игра с элементами выживания. Действие игры происходит в далеком будущем. Итак, 2151 год. Солнечная система была уничтожена из-за столкновения с теневой звездой класса Б. Запомните, что звезда с таким названием все уничтожает. Амбициозные земляне организовывают экспедицию, и космическая колония отправляется на поиски наиболее пригодной для жизни планеты. Однако на подлете к ней корабль был сбит из неизвестного орудия, в результате чего произошло неотвратимое крушение космического судна. Главный герой приходит в сознание на борту разбитого корабля в полном одиночестве. Нет друзей, коллег и родственников. Вероятно, всего их раскидало по планете жизненные обстоятельства. Теперь ему предстоит позаботиться о своем выживании в суровых условиях чужой планеты, а также попытаться наладить связь с другими членами экспедиции. Главный герой в первую очередь астронавт и ученый, а не просто обычный крестьянин в скафандре. Это станет заметно, как он действует. Игра выделяется среди большинства проектов в жанре выживания благодаря сразу нескольким параметрам. Здесь отсутствует боевая система, а значит нет враждебно настроенных существ. Кроме кислотных бабочек, разумеется. Но даже с учетом этих пунктов, сложно назвать путешествие по неизведанной планете беспечной легкой прогулкой. От игрока потребуется постоянно поддерживать на нужном уровне жизнеобеспечивание персонажа. Их всего 5. Здоровье, температура тела, влажность, голод, жажда, а также сон. На первый взгляд кажется, что это несложно. Съел консервы, папоротник или съедобный кристалл, попил водички, поспал и все показатели в норме. Но на самом деле наибольшую опасность на этой планете представляют непредсказуемые и переменчивые погодные условия. Например, здесь легко попасть под сильный шторм и намочить скафандр. Или вас может застать смерч во время ужина и трапеза вместе с вашим туловищем удаляться в суровых ветрах. А жара в дневное время суток сменяется сильным морозом ночью. Логично предположить, что в таких перепадах может начаться безжалостный попкорн в скафандре главного героя. Во время изучения чужой планеты мы будем периодически находить обрывки дневников своей команды, содержащие полезную информацию. Не вникайте, почему отрывки разбросаны по всей планете. Астронавт сам в шоке. К официальному запуску разработчики запланировали более 9 часов основного геймплея. Полную свободу в исследовании, огромное количество загадок, а элементы выживания не дадут вам скучать. Приятной игры!